Ух ты! И снова я. Александр Криволат, печенень. Ребята, я возле речки. Район Пеньки называется. Возле речки Пеньки. О, и барашки. А к нам идут барашки. О, маленькие, маленькие барашки. Большие, маленькие. Пасутся барашки возле речушки. Возле у баран идет большой. Сейчас меня ударит. Ох, барашечки маленькие. Маленькие, большие. Наши барашки пасутся. Куда вы, мали? Там дома есть маленький. Раз, два, три, четыре. Три, два, два, семнадцать, 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 семнадцать. 30 штук. 30 барашек. Говорят, дома еще есть маленькие. Вот так. Барашки. Травушку щиплять. Щипают травушку. Наши барашки. Чуть не мои, конечно. Вот так я приехал до речки. А здесь пасутся овечки. Трава высокая. А в травке барашки пасутся. Ну что ж, ребята, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволат, печенень. Пока-пока. Ух ты, и снова я. Александр Криволат, печенень. Ребята, барашки, овечки идут домой. Уже им пора домой, возле речки. Покушали травку, попаслись. И теперь им надо домой. Их дома ждут. Наши барашки идут домой. Река Пыньки называется. Северский Донец. Пыньки. Печенеги. Ой. Барашки щиплют травку. Овечки. Овечки возле речки. Пасутся овечки возле речки. Говорят, что дома еще маленькие. Ну, дней через 10-15 они должны выпустить маленьких. Мы потом снимем еще видео за овечек с маленькими уже. Сейчас 30 штук. Раз, два. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволат, печенеги. Пока-пока.